О, привет, сосед. Здорово. Здорово, Коль. Ну, как дела, как ты? Да так, ничего. Отправили меня в отпуск, неоплачиваемый. Вот так, да? Ну, да. А ты времени зря не теряй. А ты отдохни. Здоровьем своим займись. Рано или поздно это принесет свои плоды. Или знаешь что, вот не смейся. Образование какое-нибудь получи. Ну, в смысле, еще одно. Но хотя бы на уровне курсов. Курсы какие-нибудь закончи. И потом из этого обязательно что-нибудь получится, поверь. Да ну что ты, ну ничего хорошего у меня пока не получается. А получится. Вот получится. Ну, сейчас самое время вкладывать деньги в себя. Вот в себя. Ты послушай, на каком уровне по телевизору, какие люди говорят. Они же все время говорят, вкладывайте деньги в себя, вкладывайте в себя. И все у тебя выйдет. Ну да. Вот я все время в себя и вкладываю. Вот сейчас вот домой приду, вот рублей 150 себя вложу, а уже завтра утром все у меня выйдет. И так каждый день.